Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов. Недоумение. Читает Евгений Прасов-Брушковский. Распри духа с телом, между верою и знаньем, невозможно мне быть целым, гармоническим созданием. Спорных сил разорван властью, я являюсь весь в лоскутьях, там и здесь отрывком, частью, и теряюсь на распутьях. Полн заботами с рассвета о жилище, да о хлебе, слышу голос: брось все это, помышляй о Божьем небе. Там внушает мне другое наших знаний окаянство. Небо, что оно? Пустое, беспредельное пространство. Там, быть может, все нелепо, как и здесь. А тут иное вновь я слышу: веруй слепо и отвергни все земное. Божьих птиц, что в небе реют, кормит Господа десница. Птицы ж те не жнут, не сеют. Это так. Да я не птица. Воробья хранит Всевышний, воробей на ветку сядет и клюет чужие вишни. Клюнька смертный, скажут, крадет. Вот терплю я все лишенья, жесткой все иду дорогой, дохожу до наслаждения, говорят, грешно, не трогай. Смерть придет, и что здесь больно, там тебе отрадой станет. Так, да думаю невольно, а как смерть меня обманет. Читано по изданию сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 2. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества товарищества Вольф. 1902 год.